Эй-эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Давно, просто пиздец, как давно у нас не было выноса мозга, аж, наверное, неделю, поэтому не будем тянуть, и сегодня у нас на очереди игра про Винни-Пуха, там, что-то его друзей, что ли, или хуй пойми вообще, это что, правильно? Короче, надо играть с друзьями. Я не знаю, кого мне выбрать, но вот этот вот чудило, блядь, мне нравится больше всего, серьезно вам говорю. Давайте тогда возьмем его. Я немного не разобрался тут с управлением, у меня почему-то не работает. Я не хочу смотреть 100 заставок подряд. А суслик удрал с карты сокровищ, нужно поймать его до того, как он выбежит из леса. Окей. А клетки на игровых полях, приз, штраф, напрямик, сюрприз, все спокойно. Окей, назад, ну окей. Что делать надо? А, что, уже бежать, что ли? Какого хуя-то? Я не понял. Что сейчас собери фрукты для совы, как можно скорее положи в свою корзину 25 фруктов. А как управлять-то, блядь? Что происходит-то, я не пойму. Эй! Эй! Эй-эй-эй! А, вот, смотрите-ка. Как брать фрукты-то, блядь? Возьми фрукт. Фрукт возьми, дурак. Эй, эй, эй. Оп, отлично. Отлично. Чё происходит? Что за беспредел? Я почему не выигрываю? Чё, блядь, за мясо? Как играть в эту игру? Да, сука. Как чё собирать надо? Вон, я чё-то собрал. А! Отлично. Есть. Вот, смотрите-ка, надо просто подбегать и нести. Заебца. Оп, яблоки. Нет, яблоки не пойдут. Так, бананы раскидаем, на. Вот, ай, где? Вот. А, какие мне надо фрукты-то собирать? Почему меня все выигрывают? Оставь, сука. Оставь мой фрукт. Вот этот фрукт мне оставят, мой. Так, лимон. Почему ты не хочешь брать лимон? Помидор, что это происходит? Я всех вас подставлю, суки. Я проигрываю, ребят. Почему? Какого хуя? У всех уже под тучи просто фруктов, а я, блядь, до сих пор всего лишь 9 штучек собрал. Когда я успел, я сам не понял, блядь. Так, кто-то выиграл уже, по-моему, да? Не, ребят, это неинтересно нихуя. Как так? Это самый легкий уровень сложности. А, нет, это не... Фу, это не самый легкий. Если бы был самый легкий, было бы, наверное, проще. Ой, ой, я подскользнулся. Вы вообще понимаете, да, что я играю вон за того долбоеба в синей накидке? Это что такое? Опа! Так, я выиграл, нет? Бля, кролик выиграл, он хитрющий, смотрите какой, он Винни-Пуху жрать не дает, меня, падла, выигрывает. Я занял последнее место, знаете, какое у него угрюмое лицо, ну, почему так? Зато я всех больше горшков собрал. Отлично, у меня плюс один фрукт. Так, а твоя клетка, а как в нее ходить? А, новый ход, хорошо. Так почему я-то не бегу, я не пойму. Чё происходит? Движение. А, вот, отлично. Есть! Я что-то выиграл! Расставляй ящики с громом. С чем, блядь? Чтобы добраться до друзей. Выигрывает последний, кто остался на игровой площадке. Окей. А, ускорение супергром. Что, блядь? С каким громом ящик? Вы чё? Ну, давайте, чё? Давайте поиграем. Как играть-то? Так, красный, желтый, зеленый. И чё? Чё творится-то, блядь? Почему у меня ничего не работает? А, вот, смотрите. Как? Что происходит? Есть! Да, нет? Чё происходит? Какого хуя я один на четвертом месте? Почему все на первом, я на четвертом? Вы чё издеваетесь? Моя клетка. И чё моя клетка, бля? Чё она мне дает? Как тут много мини-игр, вы видали, нет? Чё происходит? Это, бобёр, почему ты бежишь быстрее меня? Движение. А он сам ходит, что ли? И чё? Я что-то вообще нихуя не понимаю, как что-то происходит.
Погоняй с кроликом и его друзьями на новых машинках. Побеждает самый быстрый и ловкий. Нужно проехать 10 кругов. Но это все, это, блядь, по мне. Я Need for Speed проходил не раз на самом сложном, и все, отлично. Эй, понеслась. Все, поехали. Как ездить, на что? А, это типа отсчет такой до начала игры происходит. Я думал, какие-то фрукты. Чувак, почему ты... А, вот, надо это... Это как микромашинки на Сеге. Это я сейчас вообще разорву их нахуй. Тарарам, 9. Ой, я в какую-то грязь попал. У-ху! Нет, нет, вылези из грязи. Так, я какую-то чуть хуйню не захватил. Отлично, я первый. Я на второй круг пошел. Вот так вот. Я еще в рок-н-ролл рейсинге не такое исполнял. Кто не играл в рок-н-ролл рейсинг, качай симулятор для Сеги, срочно играйте. Потому что эта игра вообще игра на века. Что микромашинки, что вот это вот, как ее называют, рок-н-ролл. Так, эй, чувак, что за хуйня? Что за подстава? Не делай так больше никогда. Так, на сколько кругов я их уже обогнал? Кто-нибудь посчитал, нет? Вот, по-моему, 7-й круг уже пошел. Какой круг? А... Не, а почему кролик проехал 6 кругов, а я... А, это сколько осталось? Отлично! Ребятушки, я выиграю! Хорош! Давай! Давай, ёбаный кенгуру! Хоть в чём-то ты полезен! Хорош, я выиграл! Нет! Нет! Зачем я это взял? А, это я кого-то подставил! Все, хорош, смотрите! У-ху! Есть! Вот это я мастак! Ну, я вас сразу предупреждал, что со мной в гонках вообще лучше не связываться. Наконец-то моя довольная рожа оказалась на первом месте. Кролик охуел, по-моему. Посмотрите, ну, как же так? Я же постоянно все выигрываю. Почему я, блядь, на четвертом месте? Потому что ты лошара. Опа! Вообще, вот это я сейчас выиграл. Вот это я молодец. Блядь, этот, как тебя? Крот, енот, почему ты бежал от меня вообще? Та-та-та-та-та-та! А почему? А кто вообще... Кто какие-нибудь кубики кидает? Собери для совы фрукты, из которых он сделает сок. Сова это он? Вы чё, с дуба ебанулись? Как можно скорее положить в свою корзину 25 фруктов? Окей. Да, это я вообще молодец. Опа, давайте. Так, я собираю апельсины. Да, или что? Апельсины это фрукты? Нет? Поехали. Ну давай. Тарарам. Понеслась! Так, как ускоряться? Можно как-то ускоряться? Нет, чувак, почему ты не ходишь вниз? Есть, хорош, смотрите. Это я сейчас выиграю, блядь. Это по мне. Опа. Вот это я вообще мастак, нахуй. Так, где мой фрукт? Вон он. Разбросаю бананы, всех подставлю. Бери быстрее. Давай, чувак. Так, тихо, главное с маун не наебнуться. Вот еще мой фрукт. О, да, они прям рядом у меня, респ у них, отлично. Поехали. Эй, я понял, как надо в эту хуйню играть. Теперь меня никто не сможет победить. Все, ребятушки. Нет бы сразу мне правила рассказать. Так нет, нихуя. Оп, я... А, это смотрите, эта херня делает все фрукты моими, отлично. Блять, меня он какой-то пес догоняет. А. У-ху, понеслась. Так, сколько, я выигрываю, отлично. Так, ускорение, тра-та-та. Ой, я с хуёвой ускорение взял. Мёд. Надо собирать мёд, потому что за мёд дают дополнительные очки. Мне, по-моему, так кажется. Давай, ёбаный кенгурёнок. Или кто ты такой вообще? Отдай мой фрукт, сука. Опа! Ха-ха-ха! 25. Почему так много? Почему не сделать 10? Я обгоняю всех уже на 2 фрукта. Я просто молодчик. Опа, я кого-то застопорил. Хорош. Так, а, тут можно сразу несколько собирать, вы посмотрите, я взял 2 фрукта, и у меня сразу 2 оказалось. Вот это отлично. Вот смотрите, сейчас опять 2 положу, да? Точно, ну все, ну почему сразу мне искали, приходится бегать туда-сюда. Так неинтересно, оп, ускорение, 3-й фрукт, и понеслась, 4-й. Все, я выиграл. Ага! Осталось 2. 2 штучка, 2 апельсинка. Где еще один? Еще один. Блять, сука, меня подставили. Кто подставил меня? Что за падла? Нате. Опа, скоренице. Еще один. Есть! Я выиграл. Так-то, бляди. Вот так вот вам всем. Эй! Я опять своей довольной рожей на первом месте. Ой, у меня вообще он 31 фрукт, у них не было шансов вообще никаких. Тара-та-та-ра-та-трош.
Красавчик. Ребят, если прерывается звук, вот здесь вот вы не думайте, я как бы не специально. Тут просто заставка есть, а мы знаем, что у меня в заставке бывает такая хуйня, что звук не пишется. Поэтому, возможно, какие-нибудь разрывы и обрывы и прочие хуйня. Я думаю, их не будет. Но если будут, хуй с ними. Отлично. Эй, я же что-то выиграл сейчас, нет? Эй, опять, давай беги. Бля, опять надо играть. Расставляй ящики... Опять ты ящик с громом. Выиграет последний, кто остался на игровой площадке. Не понял. А, это наоборот не надо, что ли, ставить ящики. Понял, давай, все, хорош. Поехали. Теперь я понял смысл этой игры. Тут надо их расставлять, короче, так, чтобы они ко мне, короче, не лезли. Тарарам, парам, пам, пам, пам. Вот сюда можно поставить. Вот здесь надо тупик, тупик сделать. Что случилось? Да вы что надо мной смеетесь-то опять? Сука! Да почему я опять проиграл? У всех одинаково построены. Вы о чем? Опять это... Бобер он, блядь. Моя клетка. Ну и чё моя клетка? В чем смысл вот этой игры? Мне кто-нибудь вообще объяснит, нет? Я этого не понимаю. Эй! Я нашел 14 медовых бочонков. Я накормлю Винни-Пуха просто до усрачки. До усрачки просто накормлю. Погоняй с кроликом и его друзьями на новых машинках. Да это я и уже 100 раз играл, это неинтересно. Эй, я вообще сейчас мастер, бля. Ну, смотрите, у нас новый участник, какая-то лошадь. Или что это за херня? Меня удивляет, кто вот эти вот вообще люди, вот этот полосатый пес, кто это, блядь? В Винни-Пухе никогда в жизни не было таких персонажей, я вам серьезно говорю. Тихо-тихо-тихо, давай не буксуем, ускорение берем. Опа, всех наебал вообще просто. Жестко-жестко всех обогнал. Тарарам-бам-бам-бам. Так, эй-эй-эй, кто меня подставил? Какая падла это сделала? Два ускорения набрал, вот это вообще огонь. Ой, я в кого-то врезался, по-моему. Тарарам, замедление, вот вам всем, отсосите, собаки. Давай, 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 езжай, 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 хорош. Смотрите, при ускорении, короче, не работает лужа, это просто замечательно. Это просто красота. Чуваки, по-моему, вы запутались. Опа, медок, ускорение. Тут, по-моему, все игры повторяются в зависимости от клеток, поэтому, наверное, пора заканчивать с этой лабудой, как мне кажется. Потому что в гонках я непобедим, как расставлять ящики с громом я в душе не ебу, потому что у меня ни разу не получилось это, сколько бы я ни старался. Такое чувство, что у него серьга в ухе, посмотрите внимательно, это просто класс. Та-та-та-та-та-та. Или это не кенгуренок? Кто это? Кенгуренок, не кенгуренок? Ну давайте посмотрим последнее испытание. Что у нас им будет. И, наверное, закончим на этом. Этот вынос. Движение. Ну и куда ты двигаешься? А почему он, я не пойму, каким принципом он вообще работает? Эй, вы чё, верните мои мешочки, собаки. Как вам не стыдно? Собери для совы фрукты. Не, ребят, это все, короче, с этим надо заканчивать. Одно и то же пошло. А, не скажу я, что довольно забавная игра, потому что она не забавная, какая-то какашечка на самом деле. Но все равно, если вам абсолютно будет нечем заняться, или просто вам не жалко свое драгоценное время, пожалуйста, качайте ее, ищите, покупайте. Если у вас совсем уже плохо, то можете ее купить и поиграть. На этом все, ребят. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Там рассказывайте друзьям, например, или еще кому-нибудь. И до встречи в следующих видео. Все будет совсем скоро. Все, ребят, всем пока.